сегодня продолжается капитальный ремонт 23-й гимназии. Реконструкция уже выполнена на 45%. Ход работ проверили лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева и представители администрации Химок. Какие работы сейчас здесь ведутся? Сейчас завезли оконные блоки, приступили к монтажу на первом и третьем этаже пока. Полностью выполнены демонтажные работы. Черновая отделка, стяжки, усилили фундамент. Работы ведутся строго по графику. Уже выполняются работы по прокладке инженерных сетей. Это электрика, сантехника, слаботочные системы. Уже начался монтаж оконных блоков и утепление фасадов. На объекте вместе с инженерно-техническими работниками 60 человек. Обновление коснется всего здания. Преобразятся и внутренние помещения школы. Учебные классы оснастят современным оборудованием. Мы с нетерпением ждем. Наша школа, наши ученики ждем открытия 1 сентября данного корпуса. Здесь будут учиться средние и старшие классы. В обновленный корпус пойдут 150 учеников. Жители Сходни с нетерпением ждут открытия школы. Это, безусловно, позволит нам решить вопрос со второй сменой в данном микрорайоне. Кроме того, на базе учреждений, где мы находимся, сегодня 1 сентября откроют двери, мы планируем с Олесей Валерьевной, руководителем учреждения, открыть кластер для старших 9, 10, 11. То есть, где будет профильное обучение, по сути дела, такой своеобразный предуниверсарий для детей. Ремонтные работы проводят в рамках программы «Образование Подмосковья». Глава округа Дмитрий Волошин держит ход реконструкции на личном контроле. Задача – открыть школу уже к 1 сентября. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.